Это шагомер. У него он, собственно, для того, чтобы измерять шаги, километраж, который человек проходит, и можно измерять калории. Вот такое маленькое устройство может рассказать всю правду о вашем образе жизни. Небольшой датчик, установленный внутри, фиксирует моторику тела во время движения. Крепить девайс нужно на уровне талии, наравне с коленом. Самые простые — это механические, но они уже сейчас отжили свое. Это были самые первые, они там, стояла пружинка, и она измеряла. Соответственно, он был не очень точный. Сейчас самые простые, они стоят там от 200 и выше, может быть, там за около 1000 можно купить очень хороший шагомер. Вот они электронные. Спрашивают люди, которые хотят похудеть, соответственно, и, что интересно, бабушки и дедушки. Мода на шагомеры появилась не так давно. Для тренировок их выбирают обычно люди, для которых важен не пульс, а именно количество намотанных километров. Шагомер еще просто незаменимая вещь для тех, кто занимается скандинавской ходьбой. Он посчитает шаги, расстояние, поможет оценить результат и спланировать следующую тренировку. Помните, шагомер работает только при ходьбе. Для бега его использовать нельзя. Датчик просто не успеет сработать. Обычно во всех моделях есть функция памяти. Можно сохранить результаты и отслеживать достижения. Обычный здоровый человек в день должен совершать до 10 тысяч шагов. А если хочет похудеть, то до 15 тысяч. К сожалению, по статистике, например, офисные работники в день делают не более 5 тысяч шагов. Вот у меня, например, тоже есть шагомер. Сейчас я пойду замерять свои шаги. Такая модель может работать и просто лежа в кармане. Главное, не кладите в сумку. Самые удобные шагомеры — это вот такие браслеты. Но работать они будут не просто так, а при установленном приложении на телефон. Синхронизируйте браслет с вашим смартфоном, и он посчитает вам и тренировки, и калории, и сколько вы спите, сколько вы кушаете, ну и шаги, разумеется, тоже. Такой гаджет стоит дороже, но умная программа проанализирует данные, рассчитает количество шагов специально для вас и поможет следить за здоровьем. Выполнено из стали. Здесь сапфировое стекло. И остальные все датчики. Они измерят и шаги, и пульс, и давление, и даже температуру тела. Носимая электроника – практические технологии будущего. Ежедневный отчет о физической активности, количество потраченных калорий и даже фиксация положения тела. Часы подскажут, сколько раз за день вы вставали и сколько времени просидели. Так проще понять, какие тренировки подходят именно для вашего образа жизни. Общаться, слушать музыку, совершать покупки, контролировать свои заметки, дела, ну, то есть следить за напоминаниями, заниматься фитнесом. Часы, помимо мониторинга основных фитнес-показателей, еще и выполняют роль телефона. Вы можете ответить на смс, вы можете дать голосовую команду Siri, можете позвонить, встроен громкоговоритель, то есть по громкой связи пообщаться с кем-то, не доставая телефона из кармана, который находится, может быть, достаточно далеко. Конечно, подобные новинки по карману далеко не каждому, поэтому помните, даже самый простой и демократичный по цене шагомер поможет в борьбе с гиподинамией и станет дополнительной мотивацией все-таки сбросить лишние килограммы к лету. Так что в данном случае на здоровье можно и не экономить.